Здравствуйте, меня зовут Манакова Елена, и сегодня я провожу замечательный мастер-класс, который называется «Работа с обидами и очистка своего тонкого тела эмоций». Тема очень интересная, на самом деле она базовая, и я всегда рекомендую начинать работу с собой, работу по личностному росту, работу по изменению своего внутреннего состояния я рекомендую начинать с очистки тонких тел. Вот достаточно часто я начинаю вести свои мастер-классы или тренинги с вот этой такой фундаментальной фразы, которая звучит следующим образом. Возможно, я скажу вам что-то новое, если сообщу, что у человека, кроме физического тела, существует еще целый ряд тонких тел. А подробнее об том, что это за тела и как они устроены, вы можете почитать в любой эзотерической литературе. Об этом достаточно часто пишут на сайтах эзотерических, на философских, каких-то других. Вот сегодня я расскажу вам только информацию очень коротко об одном тонком теле. Это тело, в котором хранятся наши мысли, наши негативные установки, ограничивающие убеждения. Это тело называется ментальным, да? И второе тело, тонкое тело, с которым мы будем работать сегодня, это наше эмоциональное тело. Тело, в котором хранятся все наши переживания, обиды, эмоции, которые мы испытывали в течение буквально всей жизни. Ну вот вы, услышав меня, можете сказать, что ну прям-таки это странно, потому что когда со мной что-то происходит, когда я ссорюсь с человеком или обижаюсь на него, проходит какое-то время, и я забываю об этом. Значит, в общем-то, ничего внутри меня и не осталось. Это ошибка. На самом деле, наши негативные эмоции остаются с нами в нашем тонком теле. Мало того, эти эмоции со временем имеют тенденцию накапливаться. Мои соседи начинают ремонт, как только я начинаю работать с темой очистки. Это очень знаково. Это значит, что внутреннее очищение. Ага, и параллельно идут очищения, изменения на внешнем плане. Вот таким образом, удивительным образом это работает. Ну, замечательно. Значит, двигаемся дальше. И разговор у нас сегодня шел о нашем теле эмоций. Я вам говорила о том, что все наши негативные переживания, да и позитивные тоже, они все хранятся в нашем теле эмоций. Ну вот представьте, как образуются блоки эмоциональные, о которых я вам рассказывала. У каждого из нас есть какие-то ожидания. Ожидания в отношении близких людей, ожидания в отношении каких-то событий, которые происходят вокруг нас. Ну, например, вы ожидаете, что ваш муж будет вести себя определенным образом, что он будет ответственным, что он будет верным, что он будет хорошо зарабатывать, что он будет трезвым, ну и так далее, там, по списку. У каждого свой список. Но когда эти ваши ожидания оправдываются, муж вечером приходит с букетом цветов, отдает вам заработную плату, целует вашу щечку, говорит комплименты, то ура, ура, все замечательно. То есть организм, когда есть ожидания, он выделяет энергию. Если ожидания совпали с реальностью, энергия пошла, и все идет замечательно. Но в жизни так не всегда бывает. Достаточно часто наши ожидания не оправдываются. Да? Муж приходит поздно вечером, он мало зарабатывает, или, может быть, он достаточно груб, и мы к этому не привыкли. И в этот момент вот эта выделившаяся организму энергия, она не идет дальше, тока энергии нет. Она останавливается и образуется такой блок, энергия схлапывается. И, как правило, при этом мы начинаем испытывать какие-то негативные эмоции, ну, огорчение, возмущение. Это неправильно, ты плохо сделал, ты недостаточно внимания мне оказал. И наш вот этот блок энергетический, который остался в теле, он начинает наполняться эмоциями. И если это случилось один раз, то вот этот маленький блочок от вот этой вот негативной ситуации остался в нашем теле, и он наполнился энергией. И если больше ситуация не повторяется, мы, скорее всего, забыли об этом. Это не значит, что блок ушел, просто он маленький, и он на нас никак не действует, и мы забыли о нем. Но он продолжает внутри сидеть, если мы ничего с ним не будем делать. Но очень часто ситуации повторяются, и наши близкие люди, они действуют по стандартным каким-то своим шаблонам поведения, и муж часто не оправдывает наши ожидания, или дети не оправдывают наши ожидания, либо начальник, либо подруга, любые окружающие люди, да,
И вот по этому поводу этот блок, он каждый раз становится все больше, больше, больше и больше, уплотняется, насыщается, и в какой-то момент он становится самостоятельным таким энергетическим телом, которое начинает управлять нашим поведением. И вот у меня буквально вчера была консультация со слушательницей, которая жаловалась мне на то, что она понимает, что неправильно ведет себя с мужем, она понимает, что нужно быть более терпимой, нужно излучать позитивную энергию, нужно делать навстречу ему какие-то шаги, но она говорит, что когда я его вижу, я буквально вот срываюсь, я начинаю вести себя неадекватно, и я не понимаю, что со мной происходит. Это вот как раз тот момент, когда этот блок энергетический начинает управлять нами, это тело боли начинает управлять нашими реакциями, нашими движениями, нашей жизнью в конечном счете. Поэтому очевидно, что есть смысл поработать с этими энергетическими заторами, которые не дают энергии спокойно двигаться в нашем теле. Это приводит к заболеваниям, это приводит к тому, что отношения с людьми портятся, к тому, что мы не понимаем своих детей, мы злимся, накапливаем негатив. И, в общем, на самом деле порой жизнь разрушается, когда происходят вот такие вот интересные вещи. Есть много методик, как поработать с этими блоками, как убрать старые накопившиеся обиды, претензии, негативные эмоции. Большую часть времени я работала с методиками Свияша. Это методики, которые я пробовала неоднократно в течение нескольких лет на себе лично. Методики, которые я использую в работе со своими клиентами, слушателями, и я вижу реальные результаты не только у меня, но и у людей, с которыми я работаю. Поэтому я рекомендую то, что я сама опробировала, опробовала, применила. И сегодня мы будем заниматься именно методиками Александра Свияша. У него сейчас уже их собралось несколько. И основная называется медитация прощения. Разные варианты применения медитации прощения. На одном из своих вот вебинаров я говорила, что эта практика, она порою сродни отпущению грехов в церкви. Мы делаем определенную работу, в которой каждый раз, когда мы применяем медитацию прощения, мы как будто бы резиночкой стираем определенный энергетический заряд, который у нас есть в теле по поводу разных ситуаций. И через какое-то время этот заряд обесточивается, он уходит из нашего тела, энергия начинает двигаться, и мы чувствуем себя гораздо лучше. На самом деле меняется не только наше внутреннее состояние, но и при этом начинают меняться какие-то события, важные для нас события в окружающем мире. Я хочу подчеркнуть, что работа с очищением, работа с медитациями прощения – это только первая ступенька на пути вот личностного роста, дальнейшего духовного развития. Очень такая простая аналогия, которая мне нравится и которую я достаточно часто привожу. Пример. Представьте, что вы хотите отремонтировать квартиру. Ваша квартира, например, долгое-долгое время не убиралась. В ней уже потекли трубы, в ней сыпется штукатурка, в ней потрескались полы, то есть квартира требует капитального ремонта. Прежде чем этот ремонт сделать, важно вынести все из квартиры, убрать все, что мешает, все накопившиеся вещи, вымести мусор. И вот эта работа на самом деле очень похожа на ту, которую мы делаем, когда очищаем свое внутреннее пространство. Моем, чистим, скоблим, выбрасываем ненужное. Это как раз когда мы с тонкими телами работаем, вот очень похоже на то, когда мы делаем ремонт в своей квартире. Итак, первое, что необходимо сделать при работе с медитацией прощения. Я расскажу вам, что это за техника, расскажу вам, с чего нужно начинать, расскажу, как ее применять, чтобы она была действовала, работала наиболее эффективно. Я расскажу вам о новых вариантах использования этих техник, и вы выберете тогда для себя уже, что вам больше нравится. И сегодня попробуем мы все, сделаем по разу, и выбрав для себя все, что вам лучше подходит, вы будете применять это дома и сделайте основную часть работы дома. Потому что сегодня мы только учимся, сегодня мы только делаем, получаем навык, тренируемся, но основную работу, всю, по сути дела, всю работу вы сделаете обязательно дома. А иначе смысла нет вообще приступать к этому. Потому что
тоже такой очень яркий пример, который я достаточно часто привожу. Представьте, что вы пришли к тренеру и в фитнес-зал и говорите ему там: Юля, Олечка, я хочу, значит, свою фигуру привести в порядок, мне важно, чтобы у меня пресс был плоский. Покажи мне, пожалуйста, упражнение. И тренер начинает показывать, говорит: есть очень много систем, методик, и показывает, как это делается. Вы такие сидите на диванчике или на стульчике, говорите: да, все замечательно, да, и вот это мне нравится, и вот это хорошо действует наверняка, да. Все закончилось, собираетесь и уходите. Проходят недели, месяцы, вы не применяя, ничего не меняется. И вы опять приходите к тренеру и говорите: Юля, что такое? Почему мой живот выпадает, почему моя фигура расплывается, и я выгляжу там на 30 лет старше? Она начинает вам опять объяснять новые уже методики, вам рассказывает, да, уже новые способы. Вы говорите: да, вот это я уже знаю, но вот это еще новенькое, расскажи мне, да. И опять не применяете, и все повторяется многократно. Поэтому самое первое – узнать, и второе, самое главное – это применить. И тогда уже вы получите результаты. Угу. Ну хорошо, все, прелюдия у нас закончена, поэтому сейчас я расскажу сам принцип, как проводить медитацию прощения, и потом по ступенечкам то, о чем я вам рассказывала до этого. Итак, медитация прощения. Есть, во-первых, в первую очередь, на кого мы проводим медитацию прощения? Рекомендуется проводить медитацию прощения в первую очередь на себя самого. Почему? Потому что чаще всего, ну, для большинства людей это свойственно, мы ругаем себя в разных ситуациях жизненных, что мы что-то неправильно сделали, что-то мы не доделали, на кого-то обиделись, кого-то обидели наоборот, да. И вот эти претензии к самому себе, они с годами имеют тенденцию накапливаться и понижают нашу энергетику, останавливают, наша самооценка падает при этом, да. И поэтому в первую очередь имеет смысл поработать с самим собой. Второй вариант рекомендует поработать с родителями, либо с человеком, который в данный момент, с которым в данный момент у вас наиболее сложные отношения. Может быть, это ваш муж, конфликт, может быть, какой-то, да, миров там, либо, может быть, это сын, дочь, дети ваши, может быть, родители. Вот если есть острая ситуация, поработать с этим человеком, чтобы эмоционально вот эту пену снять, прийти, по крайней мере, в более-менее нормальное состояние, и потом обязательно с родителями. Да-да, мы слышим, что идут изменения на внешнем плане. Ага. Наши родители – это близкие люди, с которыми мы буквально с рождения взаимодействуем, и в отношении которых у нас наверняка накопилось много претензий, непониманий, обид. Мы можем любить своих родителей и мы можем не помнить множество конфликтных ситуаций, либо привыкнуть к ним настолько, что считаем это само собой разумеющимся. Но когда мы начинаем работать с медитациями прощения, вот эти накопившиеся обиды, блоки энергетические, они начинают подниматься удивительным образом, и происходит очень мощное движение энергии, которое помогает нам, вот эта работа внутренняя, помогает нам нормализовать наши ситуации здесь и сейчас во взрослой жизни. Это удивительным образом это работает, когда женщина принимает свою маму, прощает ее, принимает такой, какая она есть, используя медитацию прощения. Да? В какой-то момент она понимает, что она по-другому начинает взаимодействовать с близким мужчиной, и что ее взаимоотношения мужско-женские, они выравниваются. Это работает удивительным образом, и долгое время я не могла понять, почему это происходит. Вот я понимаю, что у мамы есть определенный набор качеств, которые как женщину делают ее менее успешной, что ли. Я всегда себе говорила: я так не буду делать. И удивительным образом, чем больше я этого не хотела делать, тем чаще и чаще я поступала именно так, как мама. И это не способствовало моей счастливой семейной жизни. Как только я приняла маму со всеми ее особенностями характера, поведения, жизненных взглядов, стала спокойно, с любовью и благодарностью относиться к ней, удивительным образом у меня появилась какая-то возможность поступать по-другому в ситуациях с любимым мужчиной. Я очень ярко увидела это на своем примере, поэтому я говорю об этом очень уверенно, что это действительно работает. Мужчина. Когда мужчина не принимает своего отца,
Есть в моей практике такой случай. Один из моих слушателей, у него были сложные отношения с отцом. Отец считал его никчемным, необязательным человеком, очень относился к нему высокомерно. И в ответ, конечно, сын не испытывал чувства теплых к отцу. Как только он поработал с медитациями прощения, хорошо, основательно, глубоко, выровнялись его взаимоотношения, отец, удивительное дело, отец сделал первые шаги навстречу. Он приехал и там попытался помочь ему по работе, там, по-моему, с ремонтом, что-то такое. И у них стали не быстро, постепенно, но налаживаться взаимоотношения. И этот человек, он собственник бизнеса, он сказал мне, что я стал чувствовать себя увереннее как руководитель. То есть появилось ощущение какой-то силы за плечами, вот поддержки по роду, и он стал себя увереннее чувствовать, стал более реализованным в своей работе. Вот таким образом это работает. И после того, как вы поработаете с собой, с человеком, с которым у вас острые конфликтные ситуации, со своими родителями по медитации прощения, Свияж рекомендует сделать тотальный список всех людей, с которыми вы встречались в течение жизни, и сделать так называемую тотальную чистку. Вот о тотальной чистке я расскажу вам попозже. Сейчас вернусь к тому, как проводить медитацию прощения на себя. Итак, запишите, есть там основные три фразы ключевые, которые вы используете при этой медитации. Первая фраза звучит следующим образом. С любовью и благодарностью я прощаю себя. Я могу тоже записать эту фразу. С любовью и благодарностью я прощаю себя. И принимаю таким, каким меня создал Бог. Вторая фраза. И я прошу прощения у себя. За мои негативные мысли, чувства и поступки в отношении себя. За мои негативные мысли, чувства, чтобы не забыть я мысли, чувства и поступки. То есть прикладывая руку вот таким образом в медитации, очень быстро запоминаешь текст мысли, чувства и поступки. Поступки в отношении себя. И третья фраза. И я прощаю себя и принимаю таким, каким меня создал Бог. Вот по поводу слова Бог. Если вы неверующий человек, и вам это слово некомфортно, нужно говорить, и я принимаю себя таким, каков я есть. Или такая, какая я есть. Хорошо? Вот. И, значит, это будет для вас более комфортно, и пользуйтесь тогда этим. Это, значит, основное дополнение. Как она проводится, эта медитация? Вы находите возможность минут 10-15 уединиться, чтобы вам никто не мешал. Садитесь, руки-ноги не скрещены, в позу кучера. Эта поза предполагает прямую спинку, руки-ноги вот не скрещены прямо, и немножечко опущенная голова, глаза закрыты. И выполняйте два необходимых условия проведения медитации. Первое условие – это расслабить свое физическое тело. Я вам сейчас расскажу, как это нужно сделать. И второе условие – это остановить свою слово-мешалку, то есть бег мыслей, который без конца у нас крутится, крутится и крутится, когда мы что-либо делаем или просто вот находимся, живем в этом мире. Если у нас нет привычки останавливать свои мысли, обычный человек испытывает вот такое словомишение в голове. Итак, для того, чтобы расслабиться –
закрыв глаза, можно мысленно представить, свой взгляд направить в нижнюю часть тела, на ступни ног, и представить, как ваше тело как бы пустое изнутри начинает наполняться теплой жидкостью, тяжелой. Может быть, это мед, может быть, горячий шоколад, либо просто тяжелее. И мысленным взором вы переводите свой взгляд со ступней, поднимаетесь мысленно выше до коленок. Мысленно чувствуете, как теплая жидкость наполняет ваши бедра. И вы чувствуете, как тяжелыми становится ваш живот. Мысленно вы переводите свой взор в область грудной клетки и чувствуете, как ваша грудь заполняется теплом, теплой энергией, теплой приятной тяжестью. И мысленно взор перемещается в область плеч. Теплая приятная жидкость стекает по рукам и заполняет руки, начиная с кончиков пальцев. И поднимается выше, заполняет предплечья, плечи. Доходит до горла и полностью наполняет вашу голову, и вы чувствуете себя полностью расслабленными, умиротворенными. И вы приступаете ко второму этапу выполнения медитации. Вы останавливаете свой, сосредотачиваете свой взор в области головы и представляете, что она изнутри начинает наполняться светом. Может быть, эта лампочка включается, она становится все ярче и ярче, и вы как будто включателем сенсорным подкручивайте яркость мысленно. Я сейчас показываю вам руками, но вы это делаете мысленно в голове. И свет вытесняет все ваши мысли. Либо есть еще один способ, когда вы вдыхаете и сосредотачиваете свое внимание на вдохе. И потом медленно выдыхаете, сосредотачивая внимание на выдохе. И делайте это несколько раз до тех пор, пока не почувствуете, что тишина у вас в голове и ваше тело расслаблено. И затем на внутреннем экране представляете образ себя, если вы работаете с собой, и начинаете мысленно проговаривать текст медитации, о котором я вам говорила ранее. С любовью и благодарностью я прощаю себя и принимаю таким, каким меня создал Бог. И я прошу прощения у себя за мои негативные мысли, чувства и поступки в отношении себя. И я прощаю себя и принимаю таким, каким меня создал Бог. И снова начинаете повторять это снова и снова с любовью и благодарностью. Я прощаю себя и принимаю таким, каким меня создал Бог. И я прошу прощения у себя за мои негативные мысли, чувства и поступки в отношении себя. И я прощаю себя и принимаю таким, каким меня создал Бог. Вы проговариваете эту фразу многократно в уме, не обязательно вслух, но можно в уме. И в этот момент начинают всплывать какие-то образы, какие-то ситуации жизни, в которых либо вас обижали, либо вы обижали. И идут слезы, может быть, спазмы какие-то, да? Позволяйте этому выходить, если слезы, плачьте, если чувствуете задержку где-то дыхания, продыхивайте ее и продолжайте, Если вам трудно сосредоточиться и ваша мысль ушла куда-то в сторону, ничего страшного, как только вы увидели это, возвращайтесь опять к образу себя и опять читайте, проговаривайте и сделайте это максимальное количество времени, которое вы сможете сосредоточиться. Первое время у меня получалось немного, 3-5 минуток, это прямо было уже достаточно. Я заканчивала медитацию, благодарила себя, там умыться можно водичкой прохладной, чаю попить по ощущениям. И, значит, жила дальше. И к вечерам возвращалась к медитации, снова ее, может быть, с закрытыми глазами, когда спать ложилась. Иногда я делала из нее такую, знаете, медитацию динамическую. Я шла по улице и проговаривала динамично вот эти слова с любовью и благодарностью. Я прощаю себя мысленно. И тоже чувствовала, что шел процесс, и процесс очищения такой был достаточно активным. Вот медитацию прощения на себя у меня заняла немного времени. Хотя мне, конечно, свойственно обвинять себя было в тот момент, да, и по этому поводу чувство вины у меня в отношении определенных людей накопилось, но все-таки как это, так, эти блок, был, блок этот не очень большим. В отношении
близкого мужчины, с которым что-то у меня в момент была конфликтная ситуация, я работала в общей сложности по этой методике около 3 месяцев. Вот 2 раза в день, иногда больше, но по продолжительности это заняло у меня вот такое время. Об этом и говорит Свияж, что это очень надежная техника, очень такая работающая, но она требует длительного времени. Это вот ее минус. Но когда я начинала с ней работать, это было лет 8-10 назад, тогда это была первая, единственная методика вот такого плана, и для меня она была очень действенной. Я не уставая трудилась, потому что мне было больно в душе, я переживала. Слишком много негативных событий сформировалось вокруг меня, я сформировала своими мыслями, чувствами и поступками. Поэтому внутренняя потребность в работе, в очищении у меня была достаточно высока, и я эту работу делала. Значит, это все, что касается медитации прощения себя. Медитация прощения близкого человека, медитация прощения умерших людей. Об этом я скажу чуточку позже в нашем втором видео. Сейчас мы сделаем маленький перерыв. Хорошо?